Летняя погода установилась в эти дни в Латвии. Продержится она всю эту неделю. Многие жители нашей страны уже открыли сезон загара. Особо смелый и купальный сезон. Но на отдыхе нужно помнить и о своей безопасности. Галина Солодовник записала советы спасателей и пожарных. Солнечный понедельник. На Луцавсале в Риге несколько десятков отдыхающих. Большинство загорают. В воде плещутся только чайки да утки. Сегодня первый раз загораю. Повезло, что у меня выходной и как раз хорошая погода. В воду не смогла зайти. Сегодня плавать не буду точно. Что-то не хочется. Вода холодная. Наверное, для целений как раз. Но мы к такой не готовы. Мы занимались на турнике и немного позагорали. Стало жарко, вот и зашли в воду. Впрочем, нашелся среди отдыхающих и один смельчак, который все-таки открыл купальный сезон. Ну, водичка немножко прохладненькая, конечно. Хотелось бы лучшего, но ничего. Один раз искупнулся. Что делать? Ну, а как, солнце, позагорали? Солнце хорошо, да, очень хорошо. 3 часика повалялся. Теплая погода в Латвии сохранится всю эту неделю, говорят метеорологи. Завтра в южных регионах температура повысится до +20, +23 градусов, а со среды уже на большей части территории страны воздух будет прогреваться до +20, +25 градусов. В эти дни температура воды, конечно, будет повышаться, и ко второй половине недели уже будет на 2-4 градуса выше, может быть, даже где-то на 5 градусов выше. И, ну, это уже будет близко к тому, что можно будет купаться. А это значит, что к концу недели температура воды в реках Видземе повысится примерно до +11, +15 градусов, в реках Латгала и Курземе до +12, +18 и в реках Земгала до +15, +21 градуса. Впрочем, в основном верхний слой. На глубине вода будет еще холодной. А значит, купаться следует очень осторожно, предупреждают в пожарно-спасательной службе. Мы призываем купаться в официальных местах для купания. Но если поблизости такого нет, то тогда выбирать место с пологим берегом, где нет сильного течения. Проверить дно, нет ли камней и деревьев под водой. А также помнить, что если тело разогрето на солнце, то резко забегать или прыгать в воду нельзя. Могут начаться судороги ног или проблемы с сердцем. С началом сезона пикников следует помнить, что костры можно разводить только в специально для этого предназначенных местах. Гриль разрешено делать хоть в парке, говорят в полиции. Главное, чтобы не было открытого огня, не дрова, а угли. А вот на балконе разжигать гриль не рекомендуют. В публичных местах нельзя употреблять алкоголь. В парке нельзя курить. Впрочем, курить запрещено в любом месте, где это может беспокоить других. Также нельзя курить в присутствии беременных и детей, даже если это ваши дети. Это расценивается как насилие по отношению к детям. За употребление алкоголя в публичных местах и за открытую бутылку алкоголя, даже если она в пакете, штраф до 140 евро. За курение в неположенном месте штраф до 15 евро. За разведение костра штраф до 71 евро. Галина Солодовник, Янис Верденс, Латвийское телевидение.